Какие конкурентные преимущества Украины по сравнению с другими странами? Дешевая рабочая сила? Нет, потому что практически всю нашу рабочую силу отсюда вывели. Более квалифицированная рабочая сила? Да, в Украине очень много золотых рук и еще осталось и светлых умов, но их все равно значительную часть днем даже, она убивает, поэтому это преимущество мы утратим. Чем может Украина взять? Украина может взять тем, что мы должны быть, у нас должны быть законы проще, чем в Европе, процедуры проще, чем в Европе, налоги ниже, чем в Европе. Все остальные бюрократические вещи практически минимальные. У нас должна быть таможня круче, чем в Европе. Это то уже есть, не говоря о равных правилах игры, то есть мы должны, финансовая система должна быть более открыта, чем в Европе. Они просто слепо копировали.